Еженедельно о самом главном смотрите 7 дней на ТНВ. В Музее исламской культуры Казанского Кремля проходит выставка, которая будет интересна тем, кто неравнодушен к истории архитектуры нашего города. Архитектор, академик Международной академии искусства и культуры, профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рабиль Айдаров изобразил на живописных полотнах объекты своего научного интереса – деревянные дома Казани рубежа 19-20 веков. Особенно важен тот факт, что картины эти написаны не просто художником, а архитектором, который с достоверностью и огромным вниманием к деталям изображает памятники русского и татарского деревянного зодчества. Особое очарование работам придает то, что дома изображены в контексте своей эпохи. На их фоне разворачиваются бытовые сцены, которые позволяют еще лучше почувствовать атмосферу времени.